Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Хоки Бразерс! Ребят, всем привет! Сегодня у нас битва буллитов против клуба МХЛ Динамо. Будет три раунда, первый с догоняющим, второй свободный и третий по заданию. Мы начинаем, поехали. Ребят, ну а спонсором нашего канала является компания ФОН, которая подготовила для вас очень приятный подарок. До 15 тысяч бонусов без депозита при регистрации новых пользователей по промокоду HB15. Также они поддерживают такие клубы, как Омский Авангард, Салат Улайф, Ярославский Локомотив. Всю лигу КХЛ, даже сам Александр Овечкин является ее амбассадором. Ребят, переходите по ссылке в закрепленном комментарии и регистрируйтесь. Ну, мы начинаем, поехали. Как это работает? Ты на заходе, кидай все шайбы сюда. Володя! А что приехал ты? Евгений, вперед! Потому что не Евгений, да? Фамилия просто озвучена. Как зовут? Леха. Он его съест сейчас. Мотя. Богдан, Мотя, Леха, все понятно. Лешка, давай! Леха, схавай его! Пашка, вперед! Ну, сложно догнать. Делал то же самое, блин. Опять, он точно не... Давай, красичка, прям краешку ловушки составил, молодец. Джонни! А, Джонни! Джонни, он будет бросать! Джонни Браво! Без фейков. Я Роман Борисович забить не мог, а тут какие-то молодцы. Он тебе мог забить. Знаешь? Он сусал тебе забивал. Он не хотел. Ну там не берушка была, там... Сколько он бил? Он? 115. 98. Товарищ завхоз, что скажешь? За шайбу не расписались. Шайбу не выкидывайте мне, пожалуйста. Нет, нет. О, можно! Ай, хорошо. В этом сезоне я сделаю все для того, чтобы пробиться в команду КХЛ. Именно для этого я буду выступать на самом высочайшем уровне, чтобы все тренеры увидели, что я перерос уровень МХЛ. Я в этом сезоне хочу сыграть матч в КХЛ и подписать контракт с профессиональным клубом. Просто бросай, Копыч! Не беги, силы сэкономим, блин, я тебя прошу, блин. Это хорошо. Здорово, здорово. Хороший парнишка, у него будущее есть. Камера включилась, у него не сводит руки. Молодец. Как зовут? Молодец. О, блядь, как вам не беги? Близко! Я же делал все как надо! Я же делал все как надо! Ваня, нужно отбить, а то я буду нервничать. Поезд ушел! Поезд ушел! Копыч просто смотрел, там что будет на буллите. Почему? Он такой, вау, как классно делает. О, борт, блядь! Ну чего у тебя не получилось? Что? Догнать, ёпта! Копыч, блядь, мы решили, что ты засмотрелся и просто такой, чью, блядь, и упал. А ты видел? Сверка под севидом, дорогой! Ой, мне нравится, да. Опять растяжки какие-то. Это очень смешно. Где вьетнамцы, блядь? Ой, шедевр. Под больную! Когда Ваню обвели, первый. Вань, под больную ногу, бля, заразы, да? Когда первый буллит Ваню забивали, он просто в моменте ебанул. Да, прям когда уже его убили. Жулик! Хорошо! Один-один. Один-один мы ведем. Один-один. Чего? Один-один мы ведем. Нет, да. Один-один горит. По синей туда. Я готовлюсь в КХЛ. Ладно. Ребят, после первого круга счет всего лишь 2-1 в пользу Динамо. Мы переходим на второй круг. Свободный буллит. Поехали. Нет, видеть бог,
Я хотел в девятку, блядь, попал по морде просто. В принципе, чтобы выбить вратаря из колеи, это работа. Работает. Да. Алексей. И ты следующий. Я понял. Да. На маршрут перед. Ну, блин, он большой был, да? Хорошо, Ваня! Очко Вани рабочее, как вы понимаете. Я бы поработал. А у него рабочее очко. Где лучше работать? Давай. Не-не-не-не-не. Видит Бог, блядь, не дал мне Бог мастерства, блядь. Хорошо, Антарь, на встречку. Очень хорошо было. На встречку, блядь. А что ты типа как классическую, типа лакросс, это все своем. Надо было пнуть его обратно. Я и забыл, что Антарь так умеет. Хорошо. А что, у нас 2-1 так же по счету, да? Сейчас будет 2-2, блядь. Сейчас крысиный булит, ребят, запоминайте. Ну мы ничего менять Максим, не будем. Кружка играет, Максим. Хорошо, пусть играет. Гончар, пора что-то менять. Тебе надо на левую учиться играть, мне кажется. Правый уже, правый хват не работает. Ты что, забивал до этого, блядь? Это что потом расскажем. Он забивает. Он 10-10 забивает. Да? Да. Я видел, как он назад, блядь. Знаешь, это влево справа будет, он вперед назад будет, но будет. А я сейчас щелкаю. Да, это, бля. Типа щелкаю, фейк щелчок. Я видел, блядь, на пушку выехал, блядь. Я чуть перекладину не посмотрел, блядь. Бля, что сегодня происходит, я не понимаю, сам зачем. Хорошо, Паша. Я не знаю, что происходит сегодня, но это весело. Это очень весело. Нормально дело, нормально. Ой. Фу. 4-2. Не, давайте бросками не будем. Копач, забивай. Свою, делай свою. Но готовь. Но думай, что он может нырнуть в тебя. Давай, Олег. Давай. Нужен от тебя, нужен. Да. Сейчас сделаю. Раскоряка я, Ваня! 5-5, это красиво будет. Ой, хорошо. Да, проявите уважение к Ивану, но он не настолько мертвый. Плюс он стар. Ну что, шансы-то есть у нас? Есть. Ну все, успеем до моего отъезда в КХЛ победить, да. Ваня попросил победить до отъезда его в КХЛ. Как? Кто? Ваня попросил его победить, пока он не уехал в КХЛ. Все понял. Хорошо. Я тоже хочу победить. Еще? Да. Некрасиво, блядь, вот такие ворота были, Некрасиво. Я думаю, сошла, я думаю, он просто поболтал. Да. Тиму сейчас покажет максимум. А он одной рукой, да? Это Мотя. Мотя! Нормально. А вы говорили 10 из 10. А вы говорили 10 из 10. Ребят, после второго круга счет 4-2 в пользу Динамо. Мы переходим на булиты по заданию. Поехали. А вы говорили 10 из 10. Не пошла. Бывает. Давай по заданию. Просто с ноги с ним встал. Поэтому не 10 из 10. Надо с двух вставать, чтобы не ошибиться. Понял? Я с двух улетаю. Я хочу какое-нибудь задание. Езжай и лай. Неудобно как? Ну не факт, что вам попадется такое. Сам делай эту хуйню, блядь! Это еще, ну как раз таки через то ключо неудобно. Она неудобная? Удобная. А это неудобно. Понимаете? Что там, блядь, свободная капитан? А счастье так и сколько стало, блядь. Ванечка, береги мизинец! Все, в принципе, ему плевать. Это очень страшно выглядело, он очень большой. Ты хули ты ловишь, блядь? Какой ужас! Это твой фирмач, да? Это твой, да?
Ну ничего, Олег, ты художник. Я очень хороший. Я привык играть против не очень хороших. Я хочу, мне, чтобы на неудобно мне выпить. Я так. Нет, тебе левую, левую, левую. На голове мне что-то значит загадывать купить, типа, что, во что, типа, брейн. А, хорошо, Ваня. Прочитал. Максим, прикинь, я свободный какой. Я придумал тактику. Ну ты понял, да? Свободный шелчок. Давай мы тут загажник оставим, ты перейдешь, а я это сделаю. А, тебе? Могу? Попробовать его обыграть на кусты и кусты исчелчивать. Да, конечно, у тебя не получится. Да, у тебя ничего не получится. Ты ничего не умеешь! Ну-ка. Я все понял, Светлана. Что ты делаешь? Он вообще понял задание, ты дурак! Ты идиот! Неудобный щелчок! Я хотел его обыграть и кусты исчелкануть! Я хотел его убрать, чтобы его вообще не было на воротах. Чуть-чуть не повезло. Еще раз? Не понял, кто читает? Он пишет, что вторая буква, блядь. Алфавитница! Ай, разрывная! Точно так же, как был я, но я – это не он. Ой-ой-ой! Ёлки-палки! Она еще и в очко просто пошла. Все, нет настроения. Один булит из шести забить. Ну что значит? Нет, ну делай. Ну делай. Лёх, может. Судьба говорит, что мой. Да, он будет же опять. Нет? Блядь. Нет, сисоки были. Надо было до конца давить. А, блин, может, им такие будут выпадать? А не мне, блин. Какая кубка что-то только поможет сейчас. Рандомайзер нечестно работает. Неудобный, а удобный. Блёд! Неплохо. Как он смотрел за тебя? Куда он смотрел? Я прямо это, по заказу. Хотел обыграть. Щелчок съедобный. Обыграть. Будет ли попытка номер 535? Что же будет? Волосик. Да, вот он делает его постоянно. Не читалось. Читалось. Наконец-то кто тебя прочитал. Не работает. Всего лишь нужен играющий вратарь. Гончар, я отдаю тебе свою попытку делать. Ой-ой-ой, я все понял. Все, давай, мой. Фу, жарко что-то. Он такой сейчас попробовал. Ой-ой-ой, красоте. Четыре из пяти. А вы уверены, что это попробовал? Протестую! Нормально. Кто стал? Что? Все? Все? Так все. Так, у нас есть 5 минут. Лучшим подарком. Подожди, нет. Да, лучшим подарком для вратарей будет дополнительный раунд. Смотрите, какой он будет. Игрок, который после делает, он загадывает, Булит. Понимаешь, то есть Корней бросает, значит, игрок, который следующий, загадывает ему, куда бросить или что искать. Мой, загадывай Корней. Просто по заданию. Щелчок от усов. Бля, он услышал. Да нормально. Знаешь, блядь, Габадь, у нас 4 минуты. Как говорится, если не выигрываешь, ломай, блядь. Выкатился на центр. Можно было уйти налево и там. Я опустил голову. Я даже не видел, что он на меня выкатился. С двух колен. Да, ладно, я понял. Тоже, блин, у вас все то же самое? Че это? Я взял с двух колен. А-а-а. Все скажу. Бля! Забил уже. Не, ну давай что-нибудь рукоят. Че? Отдырывай, скажи. Ну давай, че, а че проблема? Ты не умеешь, что ли? А я умел когда-то? Нет. Ты, бля, научишь. Слышишь, ты ебать табань левую едь просто. Просто, понял? Ладно. Как ты это хочешь сделать? Блять, она еще в очко прокатилась. А чё? Чё не так? Как ты его убрать-то хочешь? Да я не знаю, блядь. Пора было, ебаная. Нам с той стороны ехать. Давай следующий кадр. Давай, брать. Такой же булитик медленно. Прям медленно. Баталова тащишь. И не забиваешь. Мне неудобно? Медленно. Всё, куда так быстро-то? Сбавь скорость! Считается. Это хладнокровие, ничем больше. Ваня, блядь, я опять под больную, блядь. Охуеть.
Куча начала. Бля, умей. Вы его еще. Это случайно. Эй, в ту сторону! В другую сторону! Чем я этот формат придумал, ребят? Я не понимаю. Сумасшедший, блин. Потом раз. Давайте, последний. Ну ты, блин, опять херню поднимаешь. Через 5-9, блядь. Сальто потом еще делаешь. Поднять его? Можно, да, вы? Я просто думал, ворот с этой стороны. Но я так и понял. Давай! Ничего они не умеют, блядь! Ты ничего не можешь! Ты ничего не добьешься! В таких случаях я говорю, зачем я такой формат придумал? Ребят, с тотальной доминацией побежает команда «Динамо», а команда «Хоккей Бразерс» проигрывает. Ничего нового! Ребят, обязательно подписку на канал. Ставьте лайки. С вами были «Хоккей Бразерс» и «Динамо». Всем пока! Уееее! Пока!